Всем привет, ребята! Вы на канале Джоззи и с вами Юля. И сегодня я снимаю видео скетч типа людей на каникулах. И если вам оно понравится, то, конечно же, поддержите его лайком. Также, кто не подписан на мой канал, скорее подписывайтесь, внизу будет такая же красненькая кнопочка, как тут. И все ссылочки на мои соцсети будут, конечно же, в описании. Так что заглядывайте туда обязательно. Ну что ж, давайте начнем. Ура! Если пришли долгожданные каникулы, это значит, что я буду очень занята все эти 7 дней. О, мой любимый Sims, как же я его обожаю. Начнем играть. Ура! Наконец-то эти школьные будни закончились. Сейчас могу спокойно скинуть портфель и выспаться за все учебные дни. Так, надо бы кого-нибудь позвать гулять. Я думаю, все согласятся, так что каникулы же. Привет. Ой, пойдешь гулять? Привет, пойдешь гулять? Жалко. Привет, мать, что офигела? 5 часов вечера. Спать уже надо. Не спать. Уже 6, если что. Пойду я, так не... Привет, Кать, пойдешь гулять? Нет, привет, Влад, пойдешь гулять? О, привет, Юр. Если мне нужно помочь, то у меня, да? Ладно, короче, пойду одна гулять. Я совершенно не понимаю людей, которые что-то делают, кроме учебы в каникулы. Как вы можете? Я за это время могу выучить 10 параграфов по геометрии, выучить 5 теорем. Моя любимая геометрия, как же я ее обожаю. Также могу порешать свои любимые предметы, примеры по алгебре, что я сейчас буду делать. Так, какой это номер? 288. Нормально. Точно, у меня же сегодня тренировка. Ой, придется вставать. О боже, грязь! Какой ужас! Все, сейчас начну генеральную уборку. Где грязь? Я пришла с тобой. Началом этого видео, обычно, всегда так. Алло, Юль, привет! Пошли привет. Гулять, смотри, какая на улице погода хорошая. Я снимаю видео, потом его буду монтировать. Ну, блин, ну ладно, тогда в следующий раз. Давай, пока. Пока. Так особенно. Ну что ж, ребята, вот такой был скетч, и если вам он понравился, то, конечно же, поставьте лайк. Также, все-таки, если ты еще не подписался на мой канал, скорее же, подписывайся. Также у меня есть свой аккаунт в Инстаграме, в ВКонтакте есть своя страничка, также есть мюзикли, и тоже подписывайся на эти соцсети. Я там, кстати, более активная, чем на Ютубе, так что, чтобы меня не потерять и быть в курсе всех моих событий, заглядывай на мои соцсети. Ну что ж, это было все, на этом все. С вами была ваша Юлия, всем желаю счастья, любви, добра и всем пока-пока!
Thank you.